Що це, Макс? Не знаю, я в багажнику знайшов. Макс! Жал не було. Ого! Нормальні металічні речі, не побились, трохи погнулися, так? Монтировка. Пластмассовая монтировка согнулась, нет? Не, ну это еще можно использовать, да? А где колесо? Вот это мы на этом херачили, да? Ну, да, походу. И так мы на нем еще поедем на это, на закрытие сезона, я думаю. Точно поедем? А что тут надо? Вентиль. И все. И чуть-чуть постукать. Не, подстукать, да. Если вот туда пальцем так нажать, то дырка будет. Ну, если туда камеру внутрь вставить, то дырки не будет. Понял? Тут все. А скотчем можно пройти для уверенности. Понаружи. Знаешь, куда надо камеру вставить? Вот эти кружки тебе в жопу запхать. Вы знаете его, да? Жопу лучше. Вы знаете его? Лучше делать инъекции. Это, я тоже. Это страшный человек вообще. Сколько людей посидело, пока с ним ездило? Даже только за сегодня 8 человек. Да, испуганного и... Супермена я первый раз здесь не бачу. Да? Супермен. Голливуд что-то не придумал. Даже собака держится от тебя на расстоянии, видишь? Отошла. Ты красавчик какой. Хороший мальчик. Хороший. Здравствуйте, гости дорогие, еще раз. Привет. Не будем. Были. Мы вас рады, как организаторы, видеть. Все то, что вы о нас думаете, можете потом написать. А, да. Писать. Значит, сначала мы хотим наградить всех участников за участие. Экипаж 3 восьмерки. Есть? 88. Жесть. Приезжайте еще. 78. Не выдержал. 77. Держи. 73-й экипаж. Просто дайте диплом. 69-й. 69-й на эвакуаторе уехал. 40-й. Там у них две машины было, да? 39-й. 38-й. Какая машина? Машина какая? 38-й. О, красивая Нива. 36-й. 35-й. 34-й. 31-й. Есть резерв! А, подожди, нет, не могу. Не, у вас как минимум второе место должно быть. То сына, это 31-й. То сына, сына. Нет, сына. Нет, тогда стойте. А, то сына, то сына, это сына. 32-й. Это Супермен, это Сузуки, да? На самурай, на самурай, да, они. 29. 28. Прикинь, насколько суровое мероприятие. Люди даже не могут до финиша дождаться. Дожить до финиша. Да. Они где-то сидят за столом, наверное. 26. 26. Есть? 25. 24. 24-й, я знаю этого человека. 23-й. 33-й. Кто там с мясом пришел? 22-й. 21-й. А он возвращается. 20-й. Прикинь, сколько людей мы потеряли, елки. Они не вернулись из боя. Там всех не посчитаешь, они друг за другом ездили. Есть. Ему не верят. Ему не верят. Рома, это 1,9. 16. Ура! 15. 16. А я просто подкидывал. Это какой? 16. Не все просто номера еще свои выучили. 14. 13. Ага, есть. Поздравляем. Поздравляем. Приезжайте. 12.
А тут можно оставаться через неделю, тут километр 20 следующая гонка. Сотый. Ой, плюс-минус. Это 10. 9. Экипаж номер 9. Есть? Остались. 7. Это что? Это Чероки, это серьезная машина. И третий. Это какая категория? Это все. Участие. Категория... Не по участку. За волю к победе в категории Light мы награждаем экипаж номер 6. Володя, иди отсюда. Есть такой экипаж. Ура! Что надо было сделать, чтобы он на победе получил? Приезжайте еще. Да, Володя, пожалуйста, дай. Дай наградить. Рихтовщик. Так, переходим к третьему месту. А какая машина, Воля, к победе? О, это серьезный аппарат. Серебристая такая? С пластмассовыми бамперами? С резиновыми шинами, да? Диплом за третье место в категории Light награждаем экипаж номер 4. А какая машина? Нива. Нива? А какого цвета? Белого, как ни странно. Белая Нива, белая Нива. Ты хоть капюшон сними, тебя же не видно. О, говорили, слышишь? Подписчики... Руслан, вот скажите подписчикам, что я их диваны поломаю вот этой херней вместе с Вовой причем. Да, да, не, ну вы в паре нормально. Это серьезно, мы вот так вот, Руслан, сделаем. Вот так вот сделаем. Все, покиньте сцену, да, пока. Пусть стоит потом с фоткой всех троих. Пусть остается. Стой там, Веталь. Смотри, чтобы он тебя кувалдой этой не испортил, Веталь. Тихо-тихо, нормальный контент. Слышь, для ТикТока... Йо, Вова, ты шо? Вова, для ТикТока можешь танцевать с кувалдой? Вова! Подожди, там второе место. Экипаж номер 16. Какая машина? Подозреваю, Нива. Какая машина? Подозреваю, Нива. Зеленая машина. Зеленая Нива, да? В стоке. На сликах. Так и третье место стоковое. Охренеть вообще. А как вы? Ну вы быстро очень ехали, я видел. Подождите. Останьтесь, останьтесь там. Подожди, это первое, второе, третье, а? Нет, так оставайтесь, потом все троем сфоткаетесь победителем. Да, что выходить? А ты же один. Давайте еще. А первое место кто? Ну, а где он? Ну, мы же победили авторитет. Сюда подходит. Рома, иди сюда. Все, остановитесь, тихо, первое место. А первое место дайте. Что первое? За первое место в категории Light мы ожидаем экипаж номер 8. А какая у них машина? Нива. Ёханы бабай. Бежевая? Ветой, становись. Уже почти белая. Где ты победитель? Бежевая, я что-то не видела. Была бежевая разве? Да, да. А как она выглядела? Как Нива. А, с наклейками бежевая с дарницы, да? Давайте общее фото победим. Ёлки, точно, вышли же. Первое место по центру. Ребята, первое место по центру. Вета, ты третий должен стоять вот там. Включите свет. Харт. Я ему знаю, что кричал. Харт, первый экипаж. Есть такие? Это я! А кто это вообще? Это что за машина? А что за машина? Без машин подписан. А что, какой экипаж? Первый экипаж. А, я первый экипаж. Это новый. А! Голова раз. Не, ну это неожиданно, я тебе скажу. Они втроем и финишировали три машины. Раз, и стоп еще. Я не понял. Подгонщик. Там и оставайся. Ура! Не уходите. Ура, ура, молодцы! А не уходите сейчас коллективно. Коллективная фото.
Да что, тут все нормально написано, с первым местом. Значит, дальше, в категории хард за второе место награждаем экипаж номер 37. Это Джимник, наверное. 37. Джимник вишневый, пожеванный. Классно штурманили. Да. Смотреть, молодцы, красавцы. Ну, чуть-чуть очковали, но шли неплохо. Руслан обижается, что не перевернулись. Да, да, вообще. Весь контент испортили. Вообще о людях не думаю. Вообще о людях не думаю. Не, ну так а что это за дела вообще? Видел на Тойоте, как выступили пацаны? Сейчас не уходите, сделаем еще. Еще первое место. Ну кто же первое место? Кто же эти люди? Кто? Кто? Это Мила. Значит, переходим мы к первому месту. Кто? И как бы вы подумали, на 11-летие, на первом месте... 11 номер! У нас 11 экипаж. С 11-летней Мивой. Горько! Столько единиц. У нас еще, наверное, не сюда. Столько единиц. 11 лет, 11 номер. Давайте дальше пойдем и сделаем фото, а то сейчас все подошли и вообще нифига не будет видно. Давай. Давайте вообще фото так подальше отойдем. Будет всем видно. Виос чемпион! Молодцы! Ура! 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 Жип-жип! Ура! Дайте уже ему по волду. Володя не хватает. Спасибо. Да не, он же крушить все будет, ему нельзя кувалду. Я все равно руки жопы, он все на место. Не, ну вы награждаете. И пользоваться не умеете. Не, ну спасибо. Значит, классе монопривод, второе место, экипаж номер 24. Бешеный батя! Ура! Ура! Самые быстрые, кстати, был заезд. Не лайки хард так не ездил. Все отдыхают. Я же тебе помог, я конкурентов удалил с трассы. За первое место заслуженно, хитро так было поступлено. Ну-ка, говорится, все. Спортивная борьба. Все по-спортивному. Мы награждаем экипаж номер 2. Ура! Так, я штурман экипажа. Экипаж! Я штурман. Что штурман? А я толкал два раза, елки, куда? А уехал на семерке почему? Это я догонял копейку просто. Засадить семерку и выиграть. Фото станьте, не сделали. Да, давайте фоточка. От медаль долы. Теперь все победители. Вы двое колесо, блядь, сидел. Прямо как едет, так и сидит. Это Вовы на медаль. Вовы, я... Вовы на медаль. Спасибо. Наградил себя, блин. Выкладывайте фото, видео, отчеты. Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот он тут наклеен. На... Подписчики этого канала, которые считают, что Нива говно, их будут бить кувалдой. Красной. Красной. Втроем. Три Нивы будут бить. Вот этот... Маньяк, это жесткий парень, это просто нереальный. Это полный маньяк. Показал сегодня результат. Рус, а. Давай, пока. Все, пока, ты поехал? Да, Макс, давай. Вы... Да. Вам да, недалеко? С тобой, Даня. Так а как ты поедешь? Ну, я приехал сюда. Ты на копейке домой поедешь? Моя. Без эвакуатора? Или она на эвакуаторе не ездит? Нет, так подожди. Самый кайф это шо? Приехать на гоночной тачке. Вот ездить и на ней. И уехать на гон. Да. Ну давай, я снимаю. Это самый кайф. Да, без газульки, но ничего. Поедем так. А что я думаю, ты думай. Без газульки, а вы их одевай. Я с места не видел. Надо мне повезти палатку в пятницу, а у вас пятница. Да нахуй, я палатку приду, а не буду ставить. Отсюда его пошли. Thank you.
Подожди, я тебя. Ты награждаешь его или что? Да, нет, это чужая. А у меня есть. Еще одну, давай его. Повторное награждение. Ну так а что, это для тех, кто, кто приехал с Прилук своим ходом и своим уезжает. Ничего себе. После этой жести. У меня получается, зомби-мобиль едет домой. Концентрация медалей, блядь, в одном месте. Сейчас я вам покажу. Макс, покажи мне, я пороги хочу снять опять, очередной раз показать. Вот тут такое внизу, видите? И она все равно едет сама, держится на коврах днище. Ты сидишь на ковре, да, Макс? Я сижу на сиденье. На сиденье? А сиденье стоит на ковре. Порогов нет. Это моя медаль. Снег в Прилуках, кстати, выпал. Видите, много снега очень. Это Прилуцкий снег, Макс? А, слышишь, еще? Вова, ну подожди, не отвлекай, одевай. Давай в двойку, все три медали сразу. Подожди, фото. Фото, смотри. Медали в этом месте. Стоп. Подожди, фокусировка. Да что ж такое? Новая камера что-то. Так, ты завелся? А, расскажи мне по прибору заднему в двух словах, что там, задний прибор. Вебаста? Работает? Конечно. Мне нравится вот этот выход Вебаста вот в крыше. Конечно, в общем, работает. А зачем я их возы выставил? Давай. Закрыл. И поехал в Прилуки. 150 км, напомню, кто не в курсе. Это жестяк вообще. Доедет до Прилук она? А? Доедет до Прилук? Конечно. Да? Конечно. Люди даже не люди даже не сомневаются. Люстра есть. Посмотрите, свет какой. Смотрите, след дрифтанул. Тут Нива ему немножко мешает. Но что тут скажешь? Ваня, спасибо, мероприятие отлично. Чуть жестче трассу надо, чуть жестче. Но уже в следующий раз. Все, копейка полетела в Прилуки. О, копейка. Вот эти чемпионы многократные. Поздравляю. Это серьезно. Вот такой был день, насыщенный и мощный. Самурай ничего не выиграл, главное участие. Ну, всем пока теперь, подписывайтесь. Движуха была нормальная.